периодизации жизненного цикла. То есть человек в своей жизни проходит определенные периоды, в которые что-то в него закладывается, предоставляется какой-то ему выбор жизненных ценностей, жизненных целей. В соответствии с этим выбором формируются какие-то вещи в нем, характера, целеустремленности вот в эти моменты жизни. Вот меняется круг значимых людей у него. И вот мы вот распределили вот эти вот, такую в табличку ввели, которая вообще приводится у вас на 6-й странице. Вообще, если вы кто-то изучал психологию, так, будем так говорить, целенаправленно, где-то, это таблица Эрика Эриксона. Вообще, наверное, слышали такую фамилию. Эрик Эриксон достаточно такой очень известный психолог, ученый, философ где-то даже как-то. И вот, знаете, его таблица, вот эта периодизация жизненного цикла, нам из всех предлагаемых таблиц, из всех предлагаемых, будем так говорить, возрастных категорий, нам показалась самой библейской. И потом, когда мы уже стали, ну, как бы ее, так сказать, уже разрабатывать относительно наших диссертаций, наших научных исследований, знаете, просто мы поняли, что вот в эту таблицу действительно нужно еще посмотреть ее через призму Писания, что мы сейчас и сделаем с вами. И вот сейчас давайте мы сейчас эту таблицу рассмотрим. И посмотрите, с чего она состоит. Здесь такие колонки. Первая колонка – это возраст. То есть мы разбили возраст человека на определенные периоды, когда перед ним встает какой-то определенный значимый такой выбор, определенный, определяющий его дальнейшую жизнь в обществе. Дальше посмотрите. Следующая колонка – это круг значимых отношений. То есть в каждом возрастном периоде, ну, это, естественно, сделано было, исходя из многих-многих наблюдений, научных изысканий, многих-многих поколений. То есть многие нам говорят, почему вы так на эту таблицу опираетесь? Ну, подумал, придумал он что-то. Нет. Понимаете, это вот, вот он взял, представляете, вот этот ученый, из всего кладезя знаний взял и вот сделал эту таблицу. Вообще это, будем так говорить, как вот, знаете, как результат всех его изысканий научных. И в этой колонке мыслей показаны люди, которые оказывают влияние на выбор человека. В этом возрасте. Вот в этом возрасте. Но здесь хотим сказать, что вообще психологи делятся на две группы. Есть группа психологов, которые считают, что круг значимых отношений меняется. То есть сначала один человек, потом другой, потом третья группа людей. Там, в подростковом периоде это уже сверстники, а мать и отец не влияют. И в следующем периоде там уже друзья, коллеги по работе, а сверстники уходят на другой план, на второй. Но есть другая группа психологов, и мы принадлежим этой группе. И насколько мы видим, и вот анализируем Писание, и видим, что это именно библейский, истинный подход, что круг значимых отношений не меняется, а дополняется, увеличивается. Расширяется. То есть к матери добавляется на еще первом и отец. Году жизни добавляется на следующем отец. Мать не исключается, она тоже остается в значимых людях. Но добавляется еще и отец. Следующий период жизни, возраст игры, там к матери и отцу добавляются уже самые близкие родственники. Бабушки, дедушки. Бабушки, дедушки, старший брат, старшая сестра. И уже их тоже слушается ребенок. Следующий возраст – соседи, школа, то есть взрослые люди. Они тоже влияют, влияют на его формирование. Это значит, что мать исключается из круга значимых людей. Значит, что мать и там отец, все, больше их не слушают. К матери и отцу добавляются еще и учителя, то есть он расширился круг. Ну и так далее. Мы сейчас будем подробно это разбирать. И значит, вот следующая колонка. Следующая колонка – выбор отношений к жизни. Здесь мы тоже сразу хотим остановиться, кое-что пояснить. То есть на каждом этапе своей жизни человек выбирает. Либо конструктивные принимает решения в пользу конструктивных черт характера, строительных блоков таких конструктивных, либо деструктивные делает выбор. То есть какой-то отрицательный момент в своей жизни, к чему он будет стремиться. И надо сказать, что до 11-12 лет этот выбор происходит непроизвольно у человека. Подсознательно. Под влиянием родителей, значимых людей, окружения, которые его... Под влиянием условий тех жизни. Ситуаций, да, и условий жизни, в которых он работает. Растет. Поэтому прям где-то себе дайте, прям пометьте, что до 12 лет это выбор бессознательный. Он формируется автоматически у человека. То есть, если все в гармонии вокруг него, все так, как, будем так говорить, надо, то этот выбор происходит. Если где-то идет сбой, то выбор происходит точно так же бессознательно в пользу отрицательных моментов. А вот понятно, начиная с 12 лет, человек уже может выбирать сам. У несмотря него формируются на обстоятельства, в головном мозге да. вот эти все структуры логические. Несмотря на обстоятельства, несмотря на воспитание, несмотря на, несмотря на окружение, он может выбрать что-то для себя другое.
Ну, например, говорят, что вот если ребенок там сын алкоголика, из там наркомана, из детского дома, то значит точно в нем ничего хорошего не будет. Но 90% да, кончает в криминальных структурах. Это опять статистика. Но 10% это полноценные члены общества. Точно так же есть другая статистика. Дети из благополучных семей совсем не в 100% случаях являются благополучными. Mm-hmm. То есть наступает какой-то момент периода жизни, когда, несмотря на сложившиеся обстоятельства, человек делает сознательно выбор в пользу добра. Ну и как это влияет на жизнь, мы будем рассматривать в процессе рассмотрения этой таблицы более подробно. Ну и посмотрите, в результате выбора, да, формируется вот четвертая таблица, уже новое образование. Новое образование или вот это строение какое-то, какая-то черта характера, или там, ну, строительный блок так называемый. Если выбор делается в положительную сторону, то новое образование будет положительным. Если выбирается что-то отрицательное, то вот этот строительный блок будет отрицательным и деструктивным, разрушающим и личность, и окружение. И еще, прежде чем начнем сейчас прям подробно рассматривать каждый возраст, вот еще такое маленькое вступление, что вообще на личность человека влияют три категории, три момента. Первое – это действительно то, что заложено генетически. Это никто не исключает. Генетически действительно может быть заложена предрасположенность к алкоголизму, предрасположенность к распущенности. Хотя гена алкоголя нет. Но генетически предрасположенность к алкоголю, она передается по наследству. Дальше, значит, следующая как бы треть, да, первая треть – это генетическая предрасположенность, а вторая треть – это воспитание. То есть одну треть также на формирование личности оказывает воспитание. 30%. Но большую часть, то есть это остается 40%, да, вот… Как бы опять же, вот по наблюдению и вот научной работы, которую мы читали, все-таки уделяется сознательному выбору человека. То есть человек может иметь совершенно отвратительные генетические наследия, да? Он имеет совершенно, может быть, отрицательное воспитание. Но из-за того, что он сознательно выбирает для себя какие-то конструктивные элементы, конструктивный выбор в жизни определяет для себя, он может себя, как сказать, переформатировать, переформулировать, переориентировать на положительные цели, и тогда добьется цели свои положительные. И в то же время наоборот. Из хорошей семьи, благополучный там род, отличнейшее воспитание, но если он будет для себя выбирать что-то отрицательное, сознательно, он придет к отрицательным целям. Вот это понятно, да? Третий пункт формулируется. Третий пункт – это сознательный выбор человека. Это составляющая формирования личности. Составляющие формирования личности, значит, генетическая предрасположенность, воспитание и сознательный выбор. Но опять мы говорим, сознательный выбор делается после 11-12 лет. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.